Всем добрый день! В этом ролике я познакомлю вас с самым доходным маркетинг-планом от компании Daxio, с которым я познакомилась впервые за 6 лет, работая в интернете и не встречая ничего лучшего. О самом денежном и прибыльном маркетинге буду говорить простыми русскими словами, чтобы всем клиентам и партнерам было очень понятно. Маркетинг-план включает в себя 8 видов дохода, и я постараюсь разобрать каждый из них. Прежде всего хочу сказать, чтобы начать работать и зарабатывать на всех площадках по всем видам доходов, нужно приобрести одну лицензию на ваш выбор. Первая лицензия стоит 99 евро, вторая – 599, третья лицензия стоит 1999 евро. Все эти лицензии, прежде всего, позволяют иметь доступ ко всем вознаграждениям, участвовать в бинарном маркетинге, покупать и продавать акции, открывать депозиты по спортботу, приобретать ноды и майнить токены, покупать самые трендовые токены в виде NFT и многое другое. Кроме того, они участвуют еженедельно в розыгрыше лотерей при активном статусе. Что такое активный статус? Вот вам первая страничка кабинета, и на приборной доске «Дашборд» самая верхняя строчка говорит об активном статусе. То есть здесь мы следим, чтобы кабинет был всегда проплачен. Эта оплата составляет 10 евро в неделю или 40 евро в месяц. И эти деньги не нужно доставать из своего кармана, а нужно сделать так, чтобы всегда у вас была прибыль в кошельке от всех вознаграждений. Данные лицензии приобретаются на все время работы компании, согласно основной лицензии компании. Итак, мы видим все 8 видов дохода. Прежде всего, хочу обрадовать того партнера, кто слушает этот маркетинг-план и примет решение купить лицензию. Приобретая любую лицензию, партнер в своем кабинете тут же увидит бонус от компании по первой лицензии 10 евро, по второй 200 евро и по третьей лицензии 700 евро на приобретение акций PlayDAX. Первый бонус из 8 – это прямой бонус в размере 10%. Как только ваш лично приглашенный партнер купил любую лицензию, вы мгновенно получаете 10% в свой кабинет. Следующий – бонус апгрейда «Элит». Приходит при быстром старте в 30 дней от момента регистрации или сделав промоушен. И в том и в другом случае необходимо пригласить два партнера с лицензией по 1999 евро. Тогда ваша любая купленная лицензия приобретает апгрейд до 5000 евро. И открывается лимит по депозиту в 25 тысяч евро по спортботу под 70%. Лицензия в 1999 евро дает право на открытие депозита по спортботу почти до 10 тысяч евро, до 9999 евро под 70% от дохода по спортботу. Лицензия в 599 открывает депозит до 4999 евро под 50%. Лицензия в 99 евро открывает депозит по спортботу до 999 евро под 25% от дохода самого спортбота. Доход по депозиту каждый понедельник поступает на счет в кабинет. Тело депозита возвращается через 26 недель. Следующий – бонус по спортботу от 5 до 15%. В сеть идут все 100% средств партнера в работу. Бонус начисляется не от депозита, а от прибыли самого спортбота. Вот на этом слайде более четко видно. Необходимо иметь квалификацию для получения данного бонуса: 99 баллов слева, 99 баллов справа. Следующий бинарный бонус – 10% – приходит в кабинет каждый понедельник при подведении итогов за неделю. 10% с меньшей бинарной ноги. А кто строил бинар? Здесь всего лишь два плеча, два оплаченных партнера. Все остальные переходят переливом вниз, поэтому здесь можно быстро получить необходимые баллы. Схематично изображен статус маркетинг бронза, когда под вами будет два оплаченных партнера. Вы серебро, когда под вами две бронзы. Вы золото, когда под вами два серебра. Следующий бонус маркетинг-план включает в себя от 5 до 25 матчинг-бонус.
партнеры, достигшие статус Gold и выше, серебро вернее, Gold и выше, могут зарабатывать этот бонус, рассчитанный из бинарной комиссии, созданной вашей линейной структурой до 5 уровня. Например, ваш партнер из первой линии получил бинарную комиссию, а у вас статус Gold, то вы получите мэтчинг-бонус 5% с первой линии. Маркетинг-план на этом не заканчивается. 40% составляет фонд лидеров. От прибыли компании начисляется партнерам, закрывшим статус Gold и выше. Партнер, вышедший на статус Gold, получает бонус в виде 2 золотых акций из пула лидеров. И доход по этим акциям составляет в месяц 800 тысяч евро. Статус платины уже будет включать в себя 3 акции. Бриллиант – 5 акций, синий бриллиант – 10 акций, красный бриллиант – 20 акций и черный бриллиант – 30 акций. Шикарнейший доход по этим акциям и будет пассивным доходом. Следующий доход – золотой фонд, 50% от прибыли компании, начисляется на все золотые акции. Каждый партнер, имеющий золотые акции, имеет право голоса в компании, и доход выплачивается ежемесячно 10 числа. Здесь также можно трейдить и иметь доход от разницы курса по акциям. В конечном итоге все наши реферальные начисления делятся на 60% и 40%. 60% поступают в кабинет на комиссионный кошелек, а 40% идет всегда для покупки акций PlayDAX. На мой взгляд, это очень выгодная стратегия. Акции всегда будут иметь спрос и всегда будут расти в цене. Итак, мы с вами разобрали маркетинг-план компании Daxio, который включает в себя 8 видов дохода. 2 из них – пассивных дохода. Это депозит по спортботу и золотые акции, которые приносят пассивный доход после закрытия статуса Gold по маркетингу. Все остальные 6 видов дохода просто необходимо учитывать и не упускать возможности забирать по маркетингу все для грамотного ведения бизнеса. Играйте и зарабатывайте вместе с нами на игровой децентрализованной площадке Daxio. Надеюсь, была полезной. С вами была Екатерина Головушкина.